яких працюють кримсько-татарські майстри і одеські майстри. І здається, що це в цьому і полягає така глибинна ідея, що Україна єдина, Крим нікуди не відійшов. Чому в Одесі? Так вийшло сьогодні. Тому що море чорне, яке одне на всіх, є Крим, є Одеса, є Чорне море. Тому що, можливо, тому що є такі спільні риси, це такі мультикультурний регіон. І ну, ми гуляємо тут вулицею грецькою, єврейською і так далі. І ми можемо порівнювати з Кримом. І ми хочемо говорити про не про те, що у Одеси можуть бути якісь подібні ризики, а про те, що навпаки буде зворотня хвиля, і ми повернемося до питання Криму разом і повернемося до якогось справедливого вирішення цього питання. Я художник-кераміст. Сьогодні ми участвуємо в проєкті «Арт-Поля» з майстер-класом по гончарству і розписі кераміки. Знакомим с кримсько-татарской семантикой. Вот, и наши ученики, студенты исполняют на гранатах, сделанные Михаилом, орнаменты традиционный крымский татар. Важно, это единая страна, этот мост Крым, Украина, чтобы он был крепким. Взаимоуважение, взаимопроникновение наших культур. И поддержка, естественно, тех, кто в Крыму, и тех, кто в Украине. Вот в наше тяжелое время сегодняшнее. Вы работаете с бойцами, которые приехали из зоны боевых действий. Расскажите, пожалуйста, что это, что происходит, как они реагируют? Ну, это, конечно, просто расскажите, да, что это. Родилось спонтанно, потому что война, и оставаться без участия не получается. Решили, что чем мы можем помочь, это поддержать такие акции и арт-терапию. Мы проводим мастер-класс, он длится, наверное, часа 2-3. За это время мы делаем с одним бойцом одну кружку. В процессе важно видеть раскрепощение. Многие освобождаются, забывают, конечно, о том, что... И вот из последнего... что порадовало, это надежда на то, что эти ребята, которые уже не будут связывать свою жизнь, да, со своей профессией, у многих разочарования в будущем, как они могут себя найти, проявить, и это дает им как бы надежду, что они могут все-таки сделать даже ту же кружку, ее реализовав, заработать денег себе. Крым? Для меня это очень много истории, очень много прошлого, очень много культуры. Он, как бы, для меня ничего не значит Севастополь, который для меня вообще был как путешествие с Авдеем. Это было очень все мило, экзотично, но ничего внутри не вызывало. А вот эти люди, профессионалы, которые классно делают свое дело и знают, о чем они работают, и честны с собой. Это было, елки-палки, серьезное открытие. Я на своем месте, я знаю, что я буду делать. Да? Ну, как бы, где-то я... Ну, сейчас я на своем месте. Ты понимаешь, если... Ну, сейчас много говорим с друзьями, да, о том, как ты себя чувствуешь, что ты можешь сделать в той или иной ситуации. Слава богу, друзья говорят чаще всего не ту фразу, от которой типа эта фраза, а что я могу изменить. Слава богу, они говорят, что когда я что-то делаю, это меня успокаивает, потому что я понимаю, что я на своем месте. То же самое, ну, многие ребята говорят, кто возвращается с фронта и говорят, что, ну, то есть... Я там, где должен быть. Но сейчас я там, где должен быть. Да, я за гончарным станком, тут друзья. Я понимаю, что то, что мы сейчас делаем, эта акция, она на пользу. Что сейчас делается и может быть сделано дальше в деле Олега? Олег и Саша. Я не питаю иллюзий насчет того, что их отпустят и обойдется все малой кровью. Но то, что мы можем сделать, во-первых, нужно выходить на какую-то международную локацию.
нужно выходить на международный уровень защиты, освещения этого. Потому что я знаю, что есть прецеденты, что и когда правозащитники уходят на международный уровень, то как, каким-то образом, ну, меньше сроки. Как-то удается выдернуть этих людей. Мне кажется, нужно выходить на международный уровень именно в правовом поле. Самая большая сложность в том, что адвокаты, не имея доступ к материалам дела, не имеют права их разглашать. И поэтому вот это самая большая проблема. Если бы была возможность международным структурам, защитным или юридическим, иметь доступ к материалам дела, может быть, тогда было бы намного проще. Потому что при нашей беседе с ФСБшниками, при моей, да, общении, у меня сложилось впечатление, что у них просто не хватает доказательной базы. Они ищут новых фигурантов, новые источники информации, новые какие-то детали для того, чтобы приобщить к делу и расширить его. Как вы вообще с ФСБ общались? Вы там пришли, приехали? Очень мило общались. Они позвонили мне и назначили, ну как назначили, мы хотим с вами встретиться. Я говорю, окей, через 2 часа в кафе рядышком с домом. Вот, при этом, слава богу, у меня подруга правозащитница в России. Я сразу не писала, как мне действовать, что мне делать, подписывать ли что-то, не прописывать. Она тут же созвонилась с адвокатом, узнала, говорит, ничего не подписывать, ну, встреча неформальная. Я убедила их в том, что я готова с ними разговаривать, вот, и они потеряли бдительность, мне удалось сбежать. И сразу, когда начались эти все события, в конце февраля, начале марта, как-то так мы собрались в одной точке все. И я взяла на себя координацию журналистов и медиков, вот. Остальные митинги, помощь военным, мы как-то в одной точке все собирались, не в нашем театре, а в другой точке, и Олег тоже там присутствовал, вот, и мы говорили, кто чем будет заниматься, кто занимается помощью военным, и все.